Делегация из Северского района во главе с руководителем муниципалитета Андреем Дорошевским посетила военнослужащих, участников СВО, восстанавливающих здоровье после ранений в реабилитационном центре «Горячего ключа». Продукты, сладости, соленья и предметы первой необходимости собраны коллективами учреждений и организаций района. Передали бойцам и трогательные письма от школьников. Но в качестве музыкального подарка – концертная программа ансамбля народной песни «Кубанцы» Смоленского дома культуры. Пускай Господь хранит вас, ваши семьи, все мира, добра, благополучия. Спасибо вам большое за то, что вы делаете. Военнослужащие выразили огромную благодарность за поддержку и очередную партию подарков. Спасибо большое. Посетила делегация расположение 10-й гвардейской отдельной ордена Жукова бригады специального назначения, бойцы которой сейчас принимают участие в специальной военной операции в Украине. На территории части открылся армейский клуб. Договорились, что коллективы Северского района будут частыми гостями на этой сцене.